Гнотисе аутон – познай самого себя. Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале XX века лауреат Нобелевской премии академик Павлов назвал их заповедью, которая захватывает все в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины со времен Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если ее ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами. «Природа человека сквозь призму наука о человеке» в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацитурян на Первом медицинском канале. Ракитько Александр Сергеевич, директор по продукту в компании «Генотек». Окончил механико-математический факультет МГУ имени Ломоносова. С 2014 года занимается разработкой ДНК-тестов. Член консорциума по изучению генетики коронавируса и Российского национального консорциума по психиатрической генетике. Автор 40 с лишним статей в зарубежных и отечественных научных журналах. Участник грантов РНФ и РФФИ. Александр Ракитьков, студии медицины в контексте. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Этот выпуск программы мы посвятим новому виду медицинского документа, который часто рассматривается как основа для нового медицинского подхода. Я имею в виду персонализированную медицину, чтобы под этим не подразумевали разные люди. Разные люди подразумевают разные, как мы выяснили уже. Речь пойдет у нас, как вы уже, наверное, догадались, о генетических тестах список их ширится с каждым днем, самый громкий, самый яркий пример, известный из самой широкой общественности использования генетических тестов как руководство к действию, это случай Анджелины Джоли. Актрисы, да, которая подвергла себя радикальной хирургической операции, узнав, что она унаследовала э, некую форму, особо опасную, особо опасную мутацию, которая обусловливает предрасположенность, не, не, не обязательно рак, но предрасположенность к определенному виду рака молочной железы. Все знают эту историю. Что такое генетическое тестирование? Как оно проводится? Зачем оно нужно? Что оно дает? Как читать результаты этих тестов? Это такой круг вопросов, очень условный, который в компетенции нашего сегодняшнего гостя. Пожалуйста, Александр. Да, еще раз здравствуйте. Большое спасибо за приглашение. Абсолютно согласен с актуальностью этой тематики. Действительно, очень важный и насущный вопрос. И, наверное, будет здорово, если я со своей стороны, как человек, который причастен к разработке, попытаюсь пояснить, как мы это видим и какую позицию может генетический паспорт занять, в том числе и в медицине. Я бы хотел начать разговор просто с рассказа о том, как устроен этот тест, uh -huh. ДНК-тест Потому что многие люди, зачастую, слыша слова ДНК-тест, сразу думают тесты об отцовстве, наверное, что-то ну такое да. Да, А на самом деле все стало гораздо более полезно и разнообразно и удобно в том числе Необход... Не обязательно приходить в лабораторию, можно вызвать курьера Курьер привозит комплект для сбора биоматериала Достаточно собрать слюну можно собирать и кровь, и выделять... То есть даже кар... не обязательно соскоб с внутренней стороны щеки, как было раньше. Можно и да, по слюне. Да, можно mm -hmm. по слюне, можно соскоб. Мы используем слюну как, наверное, такой самый простой и приятный для сбора биоматериал. Но есть люди, которые почему-то, это некий миф, считают, что покровитость будет точнее, и все равно хотят прийти в лабораторию сдать кровь, это не обязательно. Соответственно, пробирка со слюной возвращается в лабораторию, и там... ДНК выделяется и расшифровывается. Если мы будем углубляться в генетическую историю, то, конечно, надо будет разбираться с тем, какие бывают анализы, какое бывает оборудование, чем они отличаются. Это сложный вопрос, наверное, мы сейчас не будем его затрагивать. Скажу только, что современные технологии за относительно небольшие деньги позволяют расшифровывать э, огромное количество мутаций это сотни тысяч есть также полная расшифровка генома она с одной стороны конечно звучит здорово что она полная но она достаточно дорогая и на текущий момент может быть даже избыточно в том плане что не все то что мы можем расшифровать мы можем проинтерпретировать вот здесь я бы хотел как раз вот вы затронули этот момент просто пояснение внести мне всегда кажется это важно потому что расшифровка это что-то что ты уже понял как есть прочтение, то самое секвенирование, да? Да. а есть понимание того, что ты там начитал. Uh -huh. Вот расшифровка, наверное, в вашем случае, в случае компании, которая занимается собственно, интерпретацией полученных данных, это вот действительно расшифровка. Но если ты что-то еще не понял, что это за набор букв, то это, скорее всего, все-таки прочтение, да? да? Ну, вот книжку мы прочитали, там мы, мы видим, там на незнаком языке мы, мы какие-то буквы знаем, но мы еще не поняли, что это, потому что язык нам не знаком. А если мы овладели языком, тогда да. даже на китайском мы поняли, что там написано. Совершенно верно. Поэтому, наверное, правильно будет сказать, что есть отдельная расшифровка генома и есть интерпретация. Просто хотелось обратить внимание на этот момент. Расшифрованный геном, mm. прочитанный геном, с точки зрения обычного человека, с точки зрения врача, он бесполезен, потому что uh -huh. его uh -huh. глазами проинтерпретировать невозможно. Вот, и я, я об этом. Uh -huh. Появилась, по сути, новая профессия, новые кафедры в университетах в биоинформатике, которые... Uh -huh задача которых вот эту расшифрованную генетическую информацию, которая представляет из себя просто набор шифрованных нуклеотидов, буквы АЦЖТ, угу. сконвертировать в понятные и желательно э, actionable, что он называется по-английски, отчеты, которые будут подталкивать к каким-то конкретным угу. действиям, направленным, например, на профилактику заболеваний, на скрининг и так далее. Если говорить именно вот про расшифровку, про, про интерпретацию чуть позже поговорим, то есть по сути три разных типа расшифровки. Есть стандартные ПЦР тесты, сейчас уже все mm -hmm. знают. Все проб... знают, да. да. Благодаря коронавирусу, аббревиатуру да. аббревиатуру все знают. Эти тесты, как правило, позволяют проанализировать одну мутацию. И если мы посмотрим на генетические тесты в какой-нибудь лаборатории, да, часто Инвитер, КДЛ, неважно, это будут тесты на отдельные мутации, отдельно взятые. Mm -hmm например, непереносимость лактозы. Вот, чтобы понять генетическую предрасположенность к этому признаку, фенотипу, достаточно проанализировать одну мутацию. Но выяснилось э, достаточно быстро, э, что за большинство заболеваний отвечает огромный набор мутаций. И возникла необходимость в других технологиях, э, и Развивались технологии микрочипового генотипирования. Это некий такой оптимум, да, между количеством получаемой информации, количеством расшифрованных генов и а, стоимостью, да. а, И есть вот, как я сказал, максимум. Это такая инвестиция в будущее угу. полногеномное секвенирование, когда расшифровывается все. А, если мы говорим про генетический паспорт, то чаще всего используют технологии микрочипового генотипирования. Угу. Так выглядит. В некотором смысле внутренность прибора. Если вы mm -hmm. обратите внимание, там есть такая плашечка с прямоугольниками. Mm -hmm. вот это ми слева миниатюрный эти, микрочип. Mm -hmm. Да, их mm -hmm. еще иногда называют микроматрицы, чипы. Mm -hmm. а, Беленькие вот эти вот слева. Да, 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 да. -да, -да. Mm -hmm. а, на один такой микрочип можно нанести 24, как правило, образца человека. Mm -hmm. И для каждого человека вы получите расшифровку порядка по 650 тысячам. Мутации. Mm -hmm. Тут важно отметить, что это не просто какие-то случайные мутации. Да? Это мутации, которые заранее люди отобрали на основании каких-то базовых знаний о том, что скорее всего эти мутации в этих генах могут быть связаны с этими признаками и нам хорошо их изучать. То есть это э, сфокусированная э, подвыборка тех важных фрагментов генома, участков генома, на которые нужно смотреть. Когда мы говорим про полногеномное секвенирование, мы смотрим вообще весь геном почти от начала до конца. Но это стоит в десятки раз дороже, угу. к сожалению. Пока. Может быть, потом пока. будет. Пока. Это такой острый, больной вопрос в целом генетических тестов науки. Когда же полный геном будет стоить 100 долларов? Три да? копейки, да. Хотя бы 100 долларов. А сейчас цена ну, вот, приближается к 1000 долларов, но как-то вот значимо пробить ее так, чтобы угу. это было массово. Пока, наверное, нельзя так сказать. А, — Ну все начиналось вообще с миллионов. — Да, миллионов. все начиналось да. с каких-то астрономических mm -hmm. масштабов, я mm -hmm. даже боюсь посчитать количество нулей. А, но а, есть вот такая технология, пока что она, наверное, самая распространенная, если мы говорим про генетические компании, которые занимаются не диагностикой наследственных заболеваний, а м, оценками рисков и предрасположенностей к различным заболеваниям и тестами на происхождение тоже достаточно mm -hmm. популярная тема зачастую даже это работает как триггер для человека mm -hmm. пройти ДНК тест а только потом он понимает что из расшифрованного генома можно извлечь какую-то полезную информацию и дальше уже идет с ней к врачу вот так выглядит э, микрочип после сканирования mm -hmm. Сейчас так часто спрашивают, а где можно применить искусственный интеллект, машинное обучение и так далее. Ну вот, пожалуйста, работа с изображениями, когда микрочип уже в результате химических реакций светится разными цветами разные точки один цвет одна мутация другой mm -hmm. цвет другая вот это все проанализировать чтобы это было точно оцифровать это аналоговое изображение вот уже здесь начинается на самом деле машинное обучение но как мы говорили расшифровка расшифровкой а интерпретация mm -hmm. это на самом деле то что наверное даже более важно и где уже там, врачи играют Чуть ли не самую важную роль. Mm -hmm. Что человек может увидеть у себя в результатах, когда он прошел ДНК-тест? Он, ну вот, как я говорил, очень часто интересуется своим происхождением, предками. Он может находить родственников, и он может узнавать о каких-то своих рисках и предрасположенностях. Но происхождение здесь скорее все-таки привязанное к географическому, наверное, региону. Ох, Все, это, да. э, ну, это, это сложный вопрос, да, потому что... потому что там есть такое расхожее мнение, что можно сделать и узнать там национальность. Нет, можно узнать, откуда из какой местности. Но если это такая местность, как бы моноэтническая, то с большой вероятностью да. Да, ну тут можно по-разному подходить. Э, национально действительно генетика никак не определяет. Да, Все, вот -то я, я об этом записываю. В паспорте. Этнос на самом деле тоже. Этнос это такое социально-культурное понятие, да. во многом даже обусловленное тем, в какой среде рос человек, какую культуру он принял от своих родителей, от тех, кого он воспитал. А генетика больше связана с популяцией. И действительно, если, допустим, на протяжении последних столетий э, какая-то какая общность, народ э, жил... Изолированы, как, например, финны, или даже как э, ашкеновские евреи, они не жили изолированно, но они большинство браков подавляюще заключали внутри своей mm -hmm, этнической группы, да. и они стали генетически э, однородны, mm -hmm. и не похожи на остальных, поэтому проанализировав геном человека, мы можем понять, что о, у вас вот 25% генома, оно пришло из этой популяции, из этого этноса. Это, с одной стороны, может показаться таким развлекательным некоторым результатом. С другой стороны, на самом деле, очень большое количество исследований, которые сейчас проводятся по генетике здоровья, они направлены на то, чтобы понять, а как вообще говоря генетика работает в разных этносах. Больше 90% исследований, которые проводятся сейчас для поиска, например, мутаций, связанных с заболеванием, они делаются на европейцах. Mm -hmm. А мы можем модель, которую мы... Построили на европейцах, да, перемести на африканцах или на азиатах. Ну, вообще говоря, нет. И оказывается, что большинство таких моделей очень сильно проседают по точности. Угу. Поэтому э, вот эту этническую историю важно учитывать и в контексте оценков, оценок риска заболеваний. То есть, условно говоря, там русский живущий там, у границы я не знаю. Там с Балканскими странами или там Балканские славяне они имеют, наверное, больше сходства со своими географическими соседями, чем с русскими центральной России. Конечно, да? конечно. А на северных русских это все, что по сути севернее да. Ярославской, и Вологодской области, включая их они достаточно сильно отличаются, это вообще говоря. Да. И они, наверное, ближе там, не знаю, к Карелам, графинам. Да, Вепсам. Да, совершенно Чувствия верно. Это генетически. То есть э -э есть истории, когда выделяются такие четко сформированные кластеры в случае каких-то угу. изолированных популяций. Например, вы возьмете Кавказ. Он территориально не очень большой, но. Наверное, ну или островные там, Исландия, вот там много, да, да генетических да, исследований, да. да? да. Uh -huh. а, но если, соответственно, история такая и география такая, что народ перемещался и, скажем так, не жил обособленно, то получается некий такой градиент, uh -huh. да. И, но все равно отличия какие-то есть. Но, скажем так, отличия между северными русскими и южными русскими, например, из Ростова, они не так существенно влияют на, скажем, на риски заболеваний, на генетику, mm -hmm. да, как э, африканский, африканская раса или азиатская, да и ну, на самом деле татары достаточно сильно отличаются от нас генетически, башкиры еще сильнее, угу. если от нас мы говорим от ну, русских. От... Да, ну в общем этот фактор тоже нужно учитывать. И сейчас э, есть угу. такое отдельное направление, чтобы попытаться его э, брать в расчет. Угу. Да, извините, это мы немножечко в сторону ушли, но я просто вот увидела первую строку албанцы, русские, азербайджанцы и так мне захотелось конкретизировать все конкретизировать все-таки. А... Если говорить про... Это то, что чаще всего заказывают люди, да? Да, это, это то, что им интересно. То, да? что им интересно, по крайней mm -hmm. мере, поначалу. Но тут надо сказать, что так как это генетические тесты, они не так давно появились, и они пользуются достаточно большим спросом, в первую очередь, у людей, которые э, заинтересованы в новых технологиях, хотят попробовать что-то новое. Mm -hmm. И это молодежь, и они... Не знаю, возможно, они еще не поняли, что надо о своем здоровье заботиться уже сейчас. Поэтому, но, ну, скажем так, тесты на здоровье они тоже пользуются достаточно большой популярностью. Но если они получили на руки результаты анализа происхождения, то там или это другой фокус, там не выйдет, как эта информация не вылезет о здоровье. Смотрите, а то ли да, то ли нет. Мы да? а придумали и продвигаем такой продукт, как генетический паспорт. Uh -huh. Он имеет такое название как раз таки потому, что у него мы постарались включить вот по максимуму по все максимум. то, что мы можем uh -huh. рассказать. Uh -huh. Туда входит и происхождение, и риски заболеваний. И э, фармакогенетика, то, то бишь, э, влияние генетики на то, как э, лекарства будут восприниматься. Да, 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 да. потому угу. что для многих заболеваний там фактически в инструкции прописано угу. ну, тот же самый варфарин. Угу. А, для того чтобы правильную дозировку подобрать, необходимо там, в калькулятор поставить не только полвозраст, индекс угу. массы тела и другие угу. показатели, но и наличие или отсутствие определенных мутаций. Угу. Тогда вам правильную дозировку э, рассчитают, это чуть более гуманно, чем. Пробовать, разные ну, тренировки да. смотреть. Как сработает. Да, да. Давайте проговорим про заболевания. Здесь всего лишь шесть заболеваний, просто в качестве примера приведены. Это на самом деле одни из часто встречающихся заболеваний с высокой частотой. И есть колонка с наследуемостью. Наследуемость... Это неточное число. Я знаю, что не все врачи его любят, но я не претендую. Это взято, конечно, из каких-то публикаций. Есть близнецовый подход, когда близнецы однояйцевые и неоднояйцевые сравниваются в контексте того, что как часто у них у обоих возникало заболевание или там у одного возникало, у другого нет. Попытка отделить, оценить вклад генетики в это заболевание от средовых факторов. Эти оценки, конечно, приблизительные, но они все, в общем-то, говорят о том, что генетика играет далеко не последнюю роль. То есть, допустим, даже э там, псориаз 66% — это высокая. Это высокая. Э коронарная недостаточность фактически наполовину обусловлена генетикой, а на вторую половину — это там, образом жизни человека. Mm -hmm. И если на э генетику повлиять мы уже никак не можем, с самого своего рождения, по сути, то на образ жизни мы как раз и э, хотим повлиять тем, чтобы эти риски снизить. То есть э, задача заключается в том, чтобы понять, а что нам нужно профилактировать, выделить какой-то список заболеваний, которым есть предрасположенность генетическая, и попытаться ее нивелировать э, за счет каких-то изменений в образе жизни. Кстати, не всегда получается это сделать, например, рак молочной железы, но ну, на него достаточно сложно поменять да. образом жизни. В таком случае э, мы от профилактики, которая несущественно отказывается, переходим к скринингу, стараясь mm -hmm. выявлять на э, более ранней стадии это заболевание. В этом случае терапия наиболее эффективна. Ну, есть еще более, скажем так, радикальный подход, тот, о котором вы упомянули. Да, это уже такой сложный. Ну просто удаление мало жидкостей. Да. да. Это отдельная тема. Да, для это отдельная это... Соответственно, тезис, который я хочу произнести, влияние генетики существенное, и его нужно учитывать. Когда мы попытаемся его учесть, мы поймем, что есть заболевания, в которых это сделать, ну скажем так, чуть проще, чем в остальных. Например различные моногенные формы заболеваний гемохроматоз... Это Миодистрофия дюшена Да, там вообще говоря, одна Гемофилия, по-моему, тоже, да? Да, ну, самое разное, да, есть. Их цеплены есть, аутосомные варианты, их много разных. Да, а наследственные заболевания, они характеризуются тем, что зачастую достаточно одной мутации для того, чтобы это заболевание возникло и развилось. На самом деле, рак молочной железы, который, про который вы говорили в контексте Анджелины Джоли, это наследственная форма. В случае наличия мутации в гене Берсей, mm -hmm. риск возникновения, возникновения рака к 70-80 годам он 80%. То есть 4 из 5 женщин, mm -hmm. по сути, в течение жизни столкнутся с этим заболеванием. Тех, у кого есть вот это? Тех, у кого есть mm -hmm. эта мутация, да. Эти мутации редкие, но они бывают. Но при этом. Многие заболевания, на самом деле, которые часто распространены, они по-другому устроены. У них чуть-чуть другие механизмы. И э, вот на примере коронарной недостаточности в 2010 году было обнаружено вот две мутации, которые mm -hmm. ученые были уверены, что они связаны с заболеванием. Потом их количество увеличилось до 50. В 2016 году э, уже, скажем так, сложно было понять... Как каждая конкретная мутация влияет на это заболевание, потому что там не анализировали гены, не разбирались в биологических механизмах, но вот если мы возьмем 50 тысяч мутаций и каким-то образом оценим риск, то это будет работать лучше, чем если мы будем оценивать риск по 50 мутациям. Ну и в 2018 году вышла такая очень важная статья Амиты Керы о том, что самая эффективная модель, которая наиболее точно работала по предсказанию риска коронарной недостаточности, она вот вовлекала всегда Шесть. 6 миллионов. Да. И это говорит о том, что здесь как раз-таки такая Свободная и уже потихоньку заполняемая комната для методов машинного обучения, mm -hmm. искусственного интеллекта, потому что ну, если мы хотим посмотреть на риск неприношения лактозы, мы пришли, сдали в инвитер тест ПЦР, есть мутация, нет мутации, все поняли, mm -hmm. то здесь, конечно, руками никто ничего не анализирует. Здесь э, необходимо строить модели, и здесь вот работа биостатистиков, биоинформатиков. А дальше, на самом деле, задача заключается в том, чтобы биоинформатики могли донести mm -hmm. результаты своих моделей до клиницистов. Потому что, опять же, ну, если биоинформатика что-то посчитала, то что человеку с этим делать? А, перед тем, как мы поговорим про то, как эти результаты можно интерпретировать, я хотел просто на пальцах рассказать, как устроен поиск связанных мутаций с заболеваниями yeah. и как эти модели вообще работают. А, чаще всего... Набираются две когорты. Когорты больных и здоровых. Это кейзы и контроль. Это поиск полногеномный, поиск ассоциаций. Да, да вот это такие исследования называются GVAS. Uh -huh. Это Genome White Association Study, uh -huh. или по-русски uh -huh. полногеномный uh -huh. поиск ассоциаций. Мы предполагаем, что у нас есть две эти когорты. Среди них больные с верифицированным диагнозом и здоровые. И у всех у них расшифрованы геномы. И мы знаем, в какой позиции какая мутация uh -huh. находится. Мы ожидаем, что среди больных... Определенные мутации будут встречаться чаще. Mm -hmm. Вот на, на слайде это проиллюстрировано тем, что, скажем так, красные Кра варианты вот это вот прям, угу. да, -красные, Кутики, да. встречаются чаще среди больных. То есть мы можем предположить, что, смотря на, mm -hmm. на наличие или отсутствие этих мутаций, мы сможем. Э понять, что, наверное, вот этот ген, в котором находится мутация, связан с заболеванием. И здесь дальше начинается, на самом деле, такое ветвление, что можно дальше с этим делать. Если мы нашли, что какая-то мутация в каком-то гене точно ассоциирована, давайте пойдем и поисследуем, а за что этот ген отвечает. Mm -hmm. Может быть, мы сможем его как мишень использовать для того, чтобы для лекарств, разрабатывать да. лекарства. Mm -hmm. да. И есть вторая ветка размышлений. Это давайте мы про функцию забудем. Вот мы возьмем 6 миллионов, нам важно понять, заболеет человек или нет. Понятно, что ответить на вопрос, заболеет человек или нет, в случае вот таких мультифакторных полигенных заболеваний нельзя. Но мы можем оценивать его риск. И выбрав группу людей с высоким риском, им уже что-то а, предлагать в качестве профилактики. А каким это образом происходит? Ну, вот есть у нас люди, клиенты, они приходят, mm -hmm. они сдают тест, мы расшифровываем их геном, и мы, грубо говоря, суммируем, как много у них вот таких красных мутаций, mm -hmm. а, повышающих риск, или синих. И получаем распределение, что в среднем у всех среднее количество, но есть хвосты распределения, у которых либо очень много мутаций, либо те, кому повезло, у них э, плохих мутаций мало, у них относительно нормально. И подход заключается в следующем, что ну, невозможно все заболевания сразу профилактировать. Это и ну, да. технически сложно, и психологически как-то это уже похоже на некоторое такое помешательство. Да, да, да. Еще же есть как бы позиция врачей, ну, некоторых, заключающихся в том, что если не чешется, не чеши. Ну да. да? Ну, то есть а, заболевания нет, а психоз уже есть. Да. Зачем, <сих> зачем лечить mm -hmm. то, чего еще нету? Mm -hmm. а, и на самом деле как бы это тоже отдельное направление. Обосновать необходимость mm -hmm. профилактики. И для того, чтобы ну, и врачи в том числе понимали, что вот это нужно профилактировать, да, там. А какие-то заболевания, mm -hmm. ну, действительно, у людей с низким или Слегка повышенным риском нет смысла, только там больше проблем будет. Да, и подход заключается в том, что людям, у которых высокий риск, очень много мутаций, которые повышают риск, им в зависимости от заболевания рекомендуется изменять образ жизни, либо это какое-то специфичное питание, да, если мы говорим про какие-нибудь ну, да. это... Если мы говорим про заболевания без профилактики, зачастую это онкологические заболевания, то это более ранний скрининг. Очень хороший э, такой э, путь, если после, результат, после получения результатов ДНК-тестов сформировать перечень лабораторных анализов для того, чтобы, э, скажем так, дополнить результаты конкретным состоянием. Генетический тест, он укажет только предрасположенности, которые mm -hmm. у вас останутся с вами на всю жизнь. Допустим, у вас генетическая предрасположенность к, ви к дефициту витамина D. Она и так, вон, и так достаточно распространена, да. а вот он еще, еще и генетически, не, не из-за солнца, а из-за mm -hmm. того, что отсутствие солнца, а из-за того, что вот ну, такие, так, так функционируют гены. А в этом случае э, рекомендуется его проверить и уже дальше с врачом прийти к нему с результатами и сказать, вот нет посчитали высокий риск, вот у меня там дефицит этого витамина, что мне с этим делать? Ну и дальше уже врач, на mm -hmm. самом деле, должен решать. У нас поэтому, на самом деле, в генетический паспорт включена консультация нашего специалиста, mm -hmm. который на все вопросы ответит и, скажем так, попытается сконвертировать уже какие-то полученные риски в набор конкретных действий, которым... Да, вот это принимать. самая важная стадия, на самом деле. Вы, вы об этом сказали чуть выше, но хочется повторить, мало прочитать, нужно еще грамотного специалиста подобрать, который все это грамотно растолкует и поймет, что с этим делать. Совершенно верно, угу. совершенно верно. И на самом деле это очень такой сложный вопрос, в том числе, например, нужно ли что-либо что делать, если нужно, то кому. Здесь мы используем принцип эквивалентности рисков. Есть, вообще говоря, клинические рекомендации, которые для многих заболеваний говорят, что вот если есть какие-то факторы риска, ну, например, какие это могут быть? В семье кто-то перенес, вот, допустим, какое-то онкологическое заболевание среди там, ближайших родственников. Или же у вас, если мы говорим, например, про рак, про меланому, ну, вот такой тип кожи, что вы сразу сгораете на солнце, и вы подвержены. Каждый из этих факторов повышает ваш риск во сколько-то раз. На текущий момент генетические предрасположенности, фактор генетики очень мало где учтен. Он учтен в, в онкологических заболеваниях, в некоторых наследственных формах, там, той же самой гиперхолестеринемии. Mm -hmm. а, но это вот те одиночные мутации, которые редкие, но могут сильно повышать риск, mm -hmm. как, например, персия в случае Анджелины Джоли они действительно встречаются в клинических рекомендациях. Вот, вот эта история с анализом 6 миллионов, mm -hmm. она пока не, дожила, не доросла до клинических рекомендаций. Я уверен, что она там окажется. И уже в практике эти модели, которые учитывают большое количество мутаций, они используются, но их пока нету, Поэтому мы используем принцип эквивалентности, который заключается в том, что ну, вот у нас есть, например, там, тип кожи, который повышает риск раз, и человеку дается рекомендация mm -hmm. как-то использовать крем с большим SPF -ом. да и не сидеть на солнце и не сидеть на солнце mm -hmm. и мы видим что мы проанализировали геном и видим что риск повышается так же или даже сильнее как если бы у человека был вот такой же тип кожи то есть генетика как независимый mm -hmm. фактор оказывает такое же влияние mm -hmm. в этом случае мы даем по сути те же самые рекомендации как давали бы в случае там, определенного э, образа жизни или типа кожи потому что риск такой же он эквивалентен а, покажу пример mm -hmm. а, вот то, что здесь написано полигенный скор, это по сути название модели, которая агрегирует в себе большое количество мутаций, которые, факторов, да, 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 да. Угу. он их суммирует, это скор, от слова угу. суммировать. Это наше совместное исследование, в котором мы приняли участие с университетом Копенгагена. И опубликовались в плосе, да? Да, 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 да. Да, да, угу. да, Там история была про индекс массы тела, угу. да, и это наша выборка российских жителей, жителей России. Преимущественно это русские по этносу, если мы говорим. Здесь по оси Х идет разбиение по сути по группе риска по генетике на 10 угу. групп слева это те, у кого генетическая предрасположенность невысокая. Угу. А справа это очень высокая. Да, это вот люди с такой генетической предрасположенностью к ожирению. Mm -hmm. И мы видим, что различ... в левой группе это примерно 23-24 индекс массы тела, что попадает в такую mm -hmm. границу mm -hmm. нормы, да. А в правой группе это уже 28-29. Это уже, если мы на среднее значение посмотрим, mm -hmm. это уже ну, такое стадия предожирения. Исключительно за счет генетики возникает вот такое вот разнообразие. Но здесь есть два, два цвета бокспотов. Синенькие это те люди, которые в анкете сказали, что они ведут пассивный, mm -hmm. пассивный образ жизни, а оранжевый это активный. И мы видим, что на самом деле активный образ жизни он соответствует более низкому. Индексу массы тела, даже в случае одной и той же одной генетики. генетики. Там на самом есть, деле. Наглядно, какая вот правая, самая правая, да? Да, да, угу. ну, пара, пара пунктов индекса Хотя все тела. равно за 30 это не очень хорошо. Да. Это все равно да, не очень хорошо. Нужно в том числе да. работать. Да. А, там, на самом деле, был показан еще достаточно интересный эффект то, что ну, в некотором смысле. Эти факторы риска, активность и генетика, они взаимосвязаны. То есть плохая генетика повышает индекс массы тела, плохая активность, э, низкая активность тоже повышает, но если мы их как бы, соединим, то это не та ситуация, когда 1 плюс 1 равно 2. Тут получается 1 плюс 1 равно 3, а то и больше, а они друг на друга накладываются. Ну а низкая активность, может быть, сама по себе тоже генетика. В общем-то, ну, да, по ген поведенческие да, такие вещи. Ну, а... Или, а может быть, и как, как бы культурный, в том смысле, что, ну, не принято, скажем, вот в этой семье не принято ходить гулять, допустим, ну условно говоря, да? Принято лежать на диване. Да, это вообще очень сложный вопрос, потому это что сложный. нужно Тогда... понять, что на что влияет. Так. Человек неактивный, потому что он полный, или он полный? Полный, потому, потому что... что неактивный. Да, тут это отдельная тема. Но графика очень, то есть вот это вот очень показательные столбики. Вот так выглядят результаты. То есть графики я предлагал бы предлагал все-таки оставлять ученым, а mm -hmm. это зачастую сложно интерпретируем, и надо разбираться. А мы результаты выдаем вот в таком виде. Mm -hmm. Причем мы стараемся разделять э, все заболевания на три группы. Заболевания с высоким риском, пардон, с, с зеленым риском, а значит с зеленым цветом, mm -hmm. означает, что да, риск есть, но он в норме, скажем так. Mm -hmm. Он такой же, как у всей популяции в среднем. Умеренный, да, что называется. И там, наверное, для него, ну, на него не нужно как-то реагировать, по крайней mm -hmm. мере, сейчас. Красные риски — это когда вам уже сейчас что-то нужно делать, да, если, например, там высокий риск сахарного диабета, то стоит пойти, не знаю, к эндокринологу. И риски, которые оранжевые, вот я выделил здесь рак простаты, mm -hmm. в вашем возрасте, допустим, в возрасте... 25-30 лет, он будет низким. Но мы же уже сейчас по генетике можем, uh -huh. в принципе, оценить, что э, к, ну, в данном случае, к 84 годам он вырастет до 10%. И, возможно, вам, вам надо это знать, вам нужно это иметь в виду, когда вы там станете более взрослым. А это может проявляться, и в какой-то момент вам нужно начинать делать скрининг э, уже такой э, инструментальный, скажем так. Uh -huh вот так это устроено, вот так это работает. Ну, еще, конечно, такой вопрос нависает над всем этим, что, что делать тому, кто о чем-то узнал, с чем ничего нельзя поделать. Ну, классический, опять же, пример, когда первый геном человека получили, подарили сделали, значит, вот уже узнали, как это делается, и первый геном расшифровали, получили, так, ну не на заказ, но подарили Джеймсу Уотсону, Уотсон. который открыл, один из трех ученых, которые открыли структуру ДНК двуспиральную. И там у него, это он и в интервью говорил, и писал об этом в своей книге, обнаружили предрасположенность к болезни Альцгеймера. Ну и что ему с этим делать? И многие так и думают, что я не буду ничего, не хочу ничего знать. Не хочу знать Начну отвечать издалека С тех времен, которые вы упомянули Когда в начале 2000-х да. расшифровали геном Это была огромная новость И у всех была, Сенсация, да. была Безумная надежда и ожидание Что вот сейчас мы все поймем Мы угу. взломаем природу угу. Мы взломаем человека И сможем, расшифровав его геном Делать все, что захотим, победим все болезни И на самом деле Это было очень болезненное разочарование Когда казалось, что все далеко не так что мы что-то, конечно, поняли, но огромная часть э, информации, она казалась нам неясной, непонятной, неинтерпретируемой, и не, все заболевания мы не победили. И прошло, на самом деле, вот сколько сейчас уже 20 лет, чуть mm -hmm. больше, больше, до тех пор, пока мы э, приблизились к тому, вот эта история, например, с коронарной недостаточностью, mm -hmm. когда модель, которая хоть как-то применима в практике, Появилась, но ну, это 2018 год. А еще, чтобы довести ее до клиницистов, mm -hmm. это еще несколько лет. То есть, э, скажем так, от того, что есть инструмент, который очень мощный, безусловно, э, из этого еще не следует, что мы можем все вопросы решить. В случае болезни Альцгеймера действительно есть ген АПЕ. Mm -hmm. Есть определенные варианты в нем, которые встречаются, если я не ошибаюсь, там, у одного дефицит трех процентов населения, которые повышают риск в 11 раз. это очень много. Это угу. ну, фактически сводится к тому, что весь вопрос лишь в том, в какой момент это заболевание да. возникнет. И здесь к сожалению, ответ такой, что профилактики нету Нет. лекарства в общем то нету. И это действительно э, сложный. Это висит, когда муклов меч. Да, да. Поэтому каждый человек ну, должен для себя сам решить, хочет ли он знать эту информацию. Это но здесь надо вопрос. все время иметь в голове, что наличие мутации, наличие какого-то кинетического варианта это не приговор, это только указание на определенное. То есть это э, просто надо иметь в голове, что это все в рамках теории вероятности. Да. Это вероятность, но это не реальность. Это... Риск. Это означает, что вот если мы возьмем у человека много-много его копий, то вот риск, не знаю, 40% означает, что вот у 40 копий возникнет это заболевание, а у 60 не возникнет. Вот и все. Да, и для разных заболеваний это все действительно по-разному, да, потому что и вклад в генетики, мы видели, что разные заболевания разные. С инсультом, скажем так, генетика пока что считается, что менее связана, и, ну, да, у вас может чуть более высокий риск, но генетику там надо uh -huh. учитывать во вторую очередь. А есть заболевания, где она, скажем так, играет доминирующую роль. Uh -huh. Здесь важно, на самом деле, когда мы считаем риски, когда мы выдаем какие-то результаты, понимать, а что человек дальше может с этим делать. Вот клинические испытания модели по конкретно той, которую мы используем по раку простаты, они показывают, что действительно мы взяли людей, у которых был высокий риск, они ну, жили своей жизнью, они в лучшем случае иногда проходили диспансеризацию, но мы знаем, что не все люди mm -hmm. проходят. Вот людей отвели, они сдали кровь на ПСА, и у значимого mm -hmm. процента людей был повышен, повышен. Этот, да, и они людей, у которых высокий ПСА, отправили уже там по сути на, на инструментальное функциональное обследование, и у них выявили Пред, как да, бы, пред Да, состояние. И это очень такой впечатляющий и обнадеживающий Конечно. результат. Это самые первые клинические испытания, по сути, но это уже говорит, что мы выявляемость mm -hmm. Mm -hmm. и на большом количестве людей это будут десятки, сотни тысяч, возможно, жизней. То есть там, которые... где что-то можно сделать, надо делать. Да да. да, да, то есть, но болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона действительно те заболевания... Mm -hmm про которые по-хорошему надо сначала спросить человека, предупредить его о том, ну, да. какую информацию Хоч, Хочет ли он знать. Да. Но с другой стороны, с третьей стороны точнее, если сегодня нет лекарства, нет лечения, это не значит, что не появится завтра. Да, да. да. Будем на, на это тоже стоит рассчитывать. Конечно, да. Наука-то не Надеюсь, стоит что... на месте, да. Вот здесь еще на этом экране есть э, признак про э, обоняние и потерю угу. вкуса э, при коронавирусе. Это был очень интересный опыт. Мы э, вошли в консорциум по изучению генетики коронавируса. Такая глобальная инициатива, как говорится, не было бы и счастья, да и да. счастье помогло. Потому что вот пандемия она очень да. сильно встряхнула угу. научное сообщество. Да. И люди начали самоорганизовываться в том числе да. в консорциумы. И мы стали участниками этого исследования. Оно и сейчас продолжается. Уже исследуется так называемый long ковид или пост-ковид, mm -hmm. когда симптомы mm -hmm. коронавируса больше трех месяцев остаются. Люди хотят понять, а влияет ли там генетика. И там было по сути проведено то исследование, о котором я говорил. Набирались группы больных людей, у которых был коронавирус и, там, в тяжелой форме с госпитализацией и подключением на ИВЛ. И люди, у которых он ну, либо его не было, либо он протекал почти бессимптомно. И было найдено а, пара десятков генов и мутаций, которые связаны в том числе и с тяжестью течения, угу. и вообще с заболеваемостью. И это такой очень классный пример, когда... Это самое масштабное вообще исследование угу. своего рода было на тот момент. Вошло в него больше двух миллионов людей со всех стран, там, угу. порядка 43 э, лабораторий медицинских центров, биобанков. И такой опять же мостик к происхождению, к тому, что генетика это не только то, что определяет то, как мы будем функционировать наш организм, с какими заболеваниями мы столкнемся в будущем, но и то, что генетика это по сути наш багаж наследственность, который нам достался от предков, а предкам от своих предков. Вот было показано, что один из самых важных вариантов мутация, которая повышает риск тяжелого течения, она с высокой вероятностью была унаследована неандертальцев, которые mm -hmm. еще 60 тысяч лет назад жили. Вот они скрещивались с людьми, у них в геноме был такой вот нехороший, как оказалось в итоге вариант, который не сильно, но там mm -hmm. на осложнял, в общем жизнь в, да в один и два раза mm -hmm. на 20 процентов повышал Повышает риск заболевания. Вот он uh -huh. перезакр... передался кому-то из наших предков, остался наших геномов. И теперь люди немножко чаще болеют, если у них есть эта мутация. Uh -huh. Почти последнее, про что хотел рассказать: вы привели пример с Анджелиной Джоли. Здесь сложный научный слайд, и нужно посмотреть на графики. На первом графике мы видим такие горбы. Uh -huh. Вот справа горб это риск возникновения рака молочной железы у женщин, у которых есть мутация в гене Берсей 1 или Берсей 2, то есть он где-то порядка 70 к годам к 80 годам. Но почему здесь гор? Потому что на самом деле есть порядка 300 других мутаций, которые чаще встречаются, но у них эффект э, более слабый, который этот риск отклоняет. У кого-то будет 60, у кого-то выше 90. И есть и другие гены, не только Берсия-1, и их mm -hmm. тоже. Они их исследование также входят в генетический паспорт. Мы смотрим на эти мутации и в случае их наличия мы можем, ну, по сути, бить тревогу на самом деле, mm -hmm. потому что это такое. Это с одной стороны серьезное заболевание, с другой стороны сейчас рак молочной железы достаточно эффективно лечится, mm -hmm. особенно mm -hmm. на, на ранних стадиях. И здесь я хотел показать, что есть да, мутации, которые могут сильно повышать риск, но этот риск тоже достаточно сильно может быть скорректирован за счет того, что есть проанализированные другие мутации. И есть скрининг, по-моему, в Москве было такое исследование, когда анализировали несколько десятков самых частых мутаций mm -hmm. в генах BRC1 и brca 2 Но вот эта картинка иллюстрирует, что помимо этих отдельных мутаций важно учитывать э, и большое количество других, чтобы риск был uh -huh. максимально точно оценен. Точно. Да, это вот вопрос полноты анализа. Uh -huh. А второй пример. Э, это тоже у вас делается? Это делается uh -huh. у нас в тесте, да, uh -huh. да. Картинку я позаимствовал, uh -huh. но uh -huh. как бы результат. Uh -huh. Это важно. Мы учитываем и редкие наследственные формы, и, э, скажем так, частые мультифакторные который зависит от большого количества генов и мутаций, и мы это агрегируем в одну модель, в один риск, чтобы его можно было интерпретировать. Там, с раком молочной железы, по-моему, достаточно простой критерий э, определения, что такое группа риска, кому там, надо делать маммографию раньше и чаще, это те, у кого в 50 лет риск будет 2 и больше процента. Mm -hmm. вот если модель сказала, что он 2 и 1, рекомендуется делать там, вы mm -hmm. попадаете в группу риска. Второй пример с э, венозной э, тромбоэмболией. Mm -hmm. Uh, есть uh, хорошо известные изученные мутации в генах f2f5, uh, мутация Лейдена. Это мута свертываем, фактор, свертываем, да, крови. фактор свертываемости. Да, фактор свертываемости. И вот вообще говоря, если есть эти мутации, то ну, очень высокий риск э там, в разы повышается возникновение тромбозов. Да? Mm -hmm. И это как раз те мутации, э которые чаще всего можно поисследовать в, в КДЛ, в лабораториях. А, и есть еще вот такой вот полигенный скор из 300 вариантов, который по своему эффекту, он сопоставим с этими мутациями. То есть если мы знаем, что если у человека есть мутация Лейдена, она встречается примерно у 2% в России людей, то ему можно делать определенную профилактику или какую-то, или скрининг то проанализировав еще э, 300 мутаций, которые тоже входят в генетический паспорт, мы получим фактор риска, который сопоставим, да, и мы по сути э, захватим еще несколько, э, ну там десяток процентов людей, у которых такой же высокий риск, у них нет мутации Лейден, у них все остальные мутации такие плохие, что они mm -hmm. их риск делают таким же. Таким же. Да, соответственно логика такая, что нужно учитывать и редкие мутации, которые уже хорошо изучены, но и те, которые, скажем так, имеют малый эффект, но часто встречаются, и их много. И вот только такой совокупный учет этой информации может сделать модель точной. Ну и, конечно, важно учитывать образ жизни. Это тоже мы ну. предлагаем заполнять анкету для того, чтобы посчитать риски с учетом, в том числе и каких-то коморбидных состояний, и так далее. А последний слайд он такой немножко Таинственный и говорит ишь, про то, что вроде бы как что-то есть хорошее, но вижу не все IQ, вижу, вижу IQ. Вижу <свят> IQ. Да, здесь, смотрите, слева перечислены э, какие-то болезни, э, расстройства, и синими э, полосками обозначена наследуемость, которая э, определена близнецовым исследованием. Угу. То есть, вот, когда мы не расшифровывали геном, а просто угу. на близнецах посчитали. И видим, что там, для шизофрении она порядка 80%, угу. для э, никотиновой зависимости 50% с чем-то и так далее. То есть, ну, даже такие поведенческие особенности, угу. они сильно обусловлены генетикой. И красные э, линии, это линии, которые обозначают, а что мы сейчас по генетике, по сути, расшифровали. То есть, ага, из этого. как много из, этого из всего. всего вклада генетики мы сейчас э, угу. умеем анализировать. Мы видим, что... Ну, ну вот треть, это, да, где-то так Да, если бы треть, треть, это да, еще хороший меньше. результат, да. А это меньше. И это означает, что не все еще понятно, не все изучено и есть на чем работать. Да, то есть вам, у вас много работы, это означает, что вам есть да, к, к чему да. стремиться. Это проблема называется... Потерянная наследуемость, как бы, вот ага. мы видим, что она должна быть, но мы не, не, не поняли еще, в чем здесь дело. Возможно, там дело в эпигенетике. Возможно, мы там недостаточно хорошо изучили влияние перестроек и э, мутаций, связанных с нарушением копийности различных фрагментов генома. В общем, здесь работает для биоинформатиков, и для биологов и врачей. Но! При всем при этом даже то что для там, ряда заболеваний мы учитываем какую-то там треть от наследуемости, это позволяет нам группу риска людей, у которых очень много каких-то плохих вариантов выделять, а -а акцентировать на ней внимание и с ней уже работать. И показывается, что в этом случае ну, скажем так в том в целом нагрузка на здравоохранение будет снижаться, если для этих людей будет, будут применяться определенные меры скрининга и профилактики. Слушайте, количество сигарет в день, даже это генетически детерминировано. Потрясающе. Да. Да, интересно. На очень. самом деле часто спрашивают, какой-то знаменитый генетик, он да, сформулировал тезис: что на вопрос, связан ли данный какой-то признак с генетикой, всегда можно отвечать: да, и mm. ты почти не mm. ошибешься. Не ошибешься, да? да. Вот я, наверное, попробую да. резюмировать то, что я сказал: есть мультифакторные заболевания которые часто возникают, такие как коронарная недостаточность, сахарный диабет, э, онкологические заболевания, для которых э, важно учитывать вклад большого количества генов. Нет одного гена, который за них отвечал. За них отвечает огромное количество генов, и даже в одном гене большое количество мутаций может быть с ними связано. Полигенные скоры — это как раз-таки модели, которые позволяют агрегировать эффект от большого количества э, генетических вариантов в разных генах для того, чтобы э, генетический профиль человека сконвертировать в что-то понятное, например, риск возникновения заболевания в ближайшие 10 лет. А с этими числами уже по-хорошему врачи должны как-то работать. Важно учитывать, что есть наследственные формы, где редкие мутации, которые сейчас, скажем так, чаще более исследуются, могут повышать риск по типу BRCA и рака молочной железы, но есть и другие частые мутации, которые Имеют малый эффект, могут чуть-чуть отклонять риск, но если их суммарный эффект mm -hmm. сопоставим с вот этими редкими мутациями. Ну и вот технологии, которые сейчас есть для расшифровки генома, вот эти микрочипы, они позволяют проанализировать 650 тысяч точек, которые э, наиболее важны э, для того, чтобы определять риски различных заболеваний. Они позволяют смотреть как на редкие наследственные э, формы заболеваний, так и на мультифакторные. Спасибо, пока не прощаемся. По скриптуме я хотела узнать у вас, как представителя компании, которая занимается генетическим тестированием, насколько востребована сейчас возможность получить полную о себе генетическую информацию, ну, даже можно называть ее генетическим паспортом или просто тестирование. Есть ли какая-то динамика у вас повышения или понижения этой востребованности за последние годы? Как вот больше стало а, у вас клиентов, да. меньше. А, ответ здесь достаточно простой, очевидный. А, востребованность, mm -hmm. спрос на эти тесты и услуги растет. Растет. А, угу. Причем растет а, не линейно, а растет кратно год от году. То есть намечается такой. Как вы думаете, с чем это связано? С популяризацией науки или <laughs> с? и сложно выделить, если честно, mm -hmm. какой-то один фактор. Я думаю, это связано с большим количеством различных факторов. Что ж там говорить? Я даже сходил и сделал диспансеризацию после того, как карантина oh. переболел. Uh -huh. Да, а, так что болезни. Пока грома не грянет, да, а, но понятно. бывает такое. В целом, как бы, есть другие факторы. Человек Может существует... быть, все-таки грамотность населения, наверное, все-таки повышается? Да, тоже, безусловно. Ну, mm -hmm. стали доступны ресурсы. Mm -hmm. вот благодаря таким передачам mm -hmm. мы можем это доносить mm -hmm. до специалистов, до обычных людей. А есть пример американского рынка. Сейчас вот такие тесты прошло уже порядка, наверное, 40 миллионов людей. Mm -hmm. При том, что там 300 миллионов населения, это уже такой существенный процент. Да. Там есть опасения, что возникает некоторое насыщение, с одной стороны, но с другой стороны, там тоже ежегодно какое-то количество миллионов людей проходит ну, это тестирование. Ну, как новые люди рождаются, вырастают и хотят тоже тестироваться. Да, да, да. Но в целом есть надежда, моя в том числе личная, что в какой-то момент это просто войдет в полис ОМС и фактически всем У -у -у. людям при рождении будут делать этот паспорт. Хочет он или не хочет получать информацию, это уже его дело, но у него эта информация уже есть расшифрованная, и врач в определенный момент жизни он может его учитывать. Сам анализ делается несколько недель, и когда надо принимать срочное решение, то У вас есть врачи-консультанты, которые обеспечат да. информацией доступной и все объяснят. Именно так. Uh -huh. У нас есть разные врачи. Вот в отделе статистического анализа данных, в котором мы разрабатываем тесты, есть врачи, которые занимаются разработкой, консультируют по вопросам медицинским для разработки. У нас есть врачи, которые консультируют по результатам генетического паспорта. По сути, это врачи-терапевты, на самом uh -huh. деле семейные врачи, которые позволяют помогают проинтерпретировать риски и подобрать какой-то э, список дальнейших действий. И у нас есть еще врачи-генетики, которые э, работают с направлением диагностики наследственных заболеваний. Чуть-чуть другое направление мы про него не говорили, но угу. это вот именно врачи-генетики. Угу. Да. А наши люди заказывают чаще, наверное, про заболевания, да, хотят выяснить информацию. Я так допускаю, что есть разница в запросах, скажем, американского населения и нашего, потому что Америка — это такой плавильный котел, а, и многие не знают, думаю... откуда при и многие хотят, наверное, там более востребовано происхождение. Я, Я думаю, что Потому вы что правы. Очень много национальностей. Здесь у нас все-таки моногенно и, в общем-то, известно, да, кто откуда. Это тоже не совсем так. <laughs> очень много у каждого есть семейные легенды про то, что это прабабушка да. была турчанкой. Это или, да, там, да, 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 да. Это тоже. А, это, конечно, интересует людей. А, но да, в Америке фокус, наверное, больше на происхождение самая большая компания, которая. AnnCestry, да? нет. Ah, Ancestry. Ancestry. Ah, а, да, да, да. Да, и они в России, в Европе вообще очень мало активны, да. но они именно происхождение, и там да, здоровье это. очень так. Атрофировано развито. И да, в России, наверное, здоровью больше, здоровью больше, больше. интерес. Mm -hmm. Происхождение тоже очень интересно и популярно. Но если сравнивать вот, пропорцию, mm -hmm. то в России интерес в сторону здоровья выше. Mm -hmm. Спасибо большое. Я желаю успеха вам и вашей компании. Большое вам спасибо. Спасибо.